В начале встречи с депутатским корпусом Юнусбек Кевкуров подчеркнул, что каждый имеет право на свое мнение по любым вопросам, тем более по таким серьезным темам. Но эти процессы, по мнению руководителя региона, должны проходить без давления друг на друга. Я здесь никого не хочу делать ни врагом, ни другом. Мы все депутаты парламента. Каждый имеет право не только по этому вопросу. Я просто хочу напомнить нам всем, когда принимал закон по местному управлению. И тогда были лозунги, и тогда были вопросы. И до этого, и после этого, и дальше это будет. Ну, в принципе, с одной стороны, можно подумать, что это ненормально, а с другой стороны, мне кажется, это нормальное явление, когда у людей есть свое мнение. Вопрос в другом, кто как этим мнением распоряжается, тоже, опять же, право каждого. Все мы взрослые люди. Единственное, что я не приветствую этих вопросов, давление друг на друга. Это я в любом случае, вы знаете меня прекрасно, за 10 лет уже изучили. Даже самые тяжелые времена и терактов, и убийств, и расстрелов, я всегда в том числе защищал даже тех бандитов, которые это совершали. Говоря о том, что они отступили, что им надо помогать, что им надо протянуть руку помощи, особенно в том числе родственникам. То есть я всегда был в этом плане, можно сказать, демократом. В данном случае я еще раз вас прошу, как депутатов, иметь свое право, свой голос, но при этом я просил бы политкорректно, на вас смотрят люди, и политкорректно, и каким-то уважительно друг к другу относиться. И то, что уже произошло, то, что уже закон состоялся и решение принято, оно не должно мешать в первую очередь дальнейшей работе парламента. Я просил бы здесь убедительно всех к моему голосу прислушаться. Нет никакой причины сегодня. Да, опять же, каждый остается при своем мнении. Я не против. И ни в коем случае я не хочу делить на своих, на чужих, вы все депутаты парламента. Но просил бы, чтобы в дальнейшем эта обстановка, эта ситуация не создавала осложнение, проблему для работы правительства, органов государственной власти, для работы парламента в законотворческом плане. Мне кажется, надо трезво подойти к этим вопросам и уйти от личностных или каких-то других вещей и заняться уже той работы, которую мы должны с вами делать. Обращаясь к депутатам, глава региона подчеркнул важность налаживания между ними взаимопонимания и уважительного отношения друг к другу. Юнусбек Кевкуров напомнил присутствующим, что перед чиновниками всех уровней стоят стратегические задачи, которые можно решить только общими усилиями, в том числе улучшение водоснабжения. То, что мы сегодня строим, делаем, это наглядная как раз и тема, когда многие-многие объекты построены и работают. Еще одна тема – это те задачи, которые вот просто стратегически стоят перед республикой. Смотрите, стадион РАС – это стратегия для республики. И это прямое указание президента. И вторая задача, а может даже первая – это вода. Мы вчера проводили совещание, очередной транш поступил по линии ПАО «Роснефти». В прошлом году задачу выполнили. И в любом случае улучшили ситуацию водоснабжения. Если прошлым летом у нас основные проблемы были трех населенных пунктов, где больше всех это Плиева, Барсуки и, не помню, еще население, Альтиева, кажется, населенный пункт, то позапрошлые годы это почти пол республики об этом по воде жаловались. Поэтому та часть средств, которая была выделена, мы освоили хорошо, хотя без ошибок там тоже не обошлось. Сегодня следующий вот этот транш, который поступил, до мая месяца мы должны его использовать так, чтобы вот этих трех населенных пунктах, и плюс там они расписаны, там график есть. Здесь тоже просьба депутатов включиться в эту работу, помогать в этом деле и следить за тем, как это все расходится, как это все реализуется. Тем более мы уже запретили использовать металлические там изделия, трубы, я имею в виду, для воды. Но самая главная задача даже не вот эти средства, а то, что президент дал указание. Сейчас есть пилотный проект, это будет Ингушетия. Это более, мы посчитали, более 3 миллиардов рублей. Это водозабор по реке Аса. И полностью закрыть тему по реке Аса, это Сунжа, Малгобекский район и Сунжинский район. А здесь уже, на Зранде, это вот те скважины, те водозаборы, которые уже здесь стоят. И не просто центральную линию,
задача стоит полностью заменить водопроводные сети разводящие, то есть населением по улицам. Здесь проблема большая, но и плюсов много. Плюсов почему много? Во-первых, мы заменим полностью все. Во-вторых, мы там, где это по улицам проложат, там же средства будут выделяться. Это надо посчитать, только не только трубу проложить, а покрытие асфальтовое, там, где мы будем снимать, по новой улице покрывать. Тоже это будет плюс, дорожное покрытие. Ну и плюс чистое качество вода. 100% замена газовых сетей. 100%. Вот то, что сейчас даже первого года поставлено, уже изношено. И если мы вот две задачи по воде и по газу выполним, это будет где-то ну, плюс-минус там, к концу 2022 года, да? 2021-2022 года. Ну, считайте, лет 60-80 республика может уже, кроме как новостроек, уже свободно будет. Плюс третья задача по Россетям, у меня 27-го будет встреча тоже в Москве, именно реконструкция всех наших сетей по Россетям. То есть мы получаемся полностью по системе ЖКХ, реальную стратегию для республики делаем. Это огромный пласт работы, и надо всем вместе в этом направлении, именно депутатов в том числе, подключаться как профильным комитетом, так и как избирателям со своих участков, там, районов, городов и населенных пунктов. Принятие бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы. По мнению главы, одна из основных задач, которая стоит перед депутатами. Юнусбек Евкуров также отметил важность контроля со стороны депутатов за ходом масштабной реконструкции 26-километрового участка трассы «Кавказ», завершение которой планируется к середине 2020-го. Указ президента, у нас проекты, где мы участвуем, и сколько школ, сколько садиков, сколько других проектов. Не говорю про инвестиционный проект, который мы строим, не говорю про КРСК, по рамках которого мы строим ряд предприятий, заводов и так далее. Это все понятно, что это будет продолжаться. Но вот эти четыре направления, в том числе сюда можно добавить еще федеральную автомобильную дорогу, которую сейчас вы видите, как она идет, мы таким хорошими темпами, с опережением графиков мы идем. Если мы в планах ставим там к середине 2020 года полностью, федеральная дорога должна быть там уже по первой категории. И параллельно начинается в 2021 году или к концу 2020 года начинается уже объездная дорога вокруг Назрани. Это большой проект. И к 2025 году объездная дорога вокруг Назрани, там порядка 5 мостов между Альюртом и Кажевым, ну и выход на или перед Яндери, или за Яндери, выход на федеральную трассу. Вот там такие проекты для республики. Потом просил бы это все учитывать тоже и максимально нарабатывать. В завершении встречи руководитель субъекта поздравил всех с наступающим Новым годом и поблагодарил депутатский корпус за проделанную в выходящем году работу.